Animal Jam. Удивительные животные. Привет, матушка природа. Про кого сегодня расскажешь? Про волосатую рыбу-жабу. Какое смешное название. Это жаба? Нет, это рыба. Правда, не совсем обычная. У нее что, волосы? Нет. Это нитевидные кожные выросты. Такой камуфляж отлично маскирует. Она плавает как рыба? Не совсем. Она ходит по дну при помощи своих плавников лапок. Она питается червяками? Как тебе сказать? Что? У нее есть собственный червяк? В некотором роде. На лбу есть вырост, напоминающий удочку. Вот это да! Рыба ловит рыбу! Она охотится не только на мелкую рыбешку, ей под силу поймать и более крупную особь. Ни на кого не похожая рыба. Это удивительно! National Geographic Kids.